Впервые в Одинцово на одной площадке собралось около 30 молодых талантливых живописцев для участия в художественном флешмобе. Ребята решили на языке изобразительного искусства поделиться своими чувствами и впечатлениями, а также затронуть тему проблем инфраструктуры современного Одинцова. Ну что, давайте на 3-4 мы начинаем. 3-4 мы начинаем! И после того, как был дан торжественный старт, ребятам предстояло за полтора часа нарисовать на листах ватмана художественные проекты по преобразованию Одинцова. Название интерактивной выставки «Любимый город. Рисуем вместе» лучше всего подходит для этого совместного творчества. А мы за красоту вообще, наша команда любит все красивое, все яркое, очень необычное. Мы хотим в наш город добавить немного архитектуры. Да, фонтанов, водички. В фойе районного дома культуры проходит лишь второй этап конкурса. Он включает в себя два задания. Первое под названием «Стыд и тревога», в котором юные живописцы должны изобразить проблемы и недостатки Одинцова. Второе – «Мечты и надежды». По условиям конкурсного задания картина должна содержать то, что изменит город к лучшему. Любые глобальные перемены с помощью обыкновенных атрибутов художника – кисти, красок и бумаги. Мы договорились сейчас с организаторами от команд, что после проведения конкурса мы соберемся и решим, будут ли они участвовать в конкурсе в дальнейшем, да, как-то двигаться дальше, или не будут. Если, соответственно, они примут решение, что да, они хотят выставить свою работу еще где-то, то там мы уже, соответственно, будем искать площадку для выставки. Идея создания небольшой художественной галереи, посвященной любимому Одинцова, родилась на дне города. Организаторы планируют сделать этот конкурс ежегодным. Кто знает, быть может, в ближайшем времени все, что написано на полотнах, обязательно воплотится в жизнь. Екатерина Старосветская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».